Здравствуйте, дорогие друзья! Вот хочу показать вам летающую красоту в тропическом саду бабочек. Вот здесь сколько ее много летает. Смотрите, это столовые для бабочек. Они сидят здесь на апельсинах и бананах и кушают нектар. Вот это вот так вот примерно происходит. Давайте я возьму одну из них вот так вот на апельсинчики, на ручку. Покажу вам, вот, и вместе с ней проведу вам часть вот экскурсии. Посмотрите, какая красивая сова, Калига Мино. У нее на крылышках глазки, как глаза совы, отпугивать хищников. Ну, давай я посажу тебя на другую кормушечку. Здесь у нас сидит еще одна сова и идея левконоя, бабочка рисовая бумажка. Вот. Вот отдыхают на столбе синяя морфа, вот, и лунная бабочка Балина. И вот на часах, часы бабочки. Морф здесь летает очень много. Вот они везде порхают, как синие цветы. Вот гоняются друг за другом. Зашло солнышко, как видите. Бабочки нагрелись, и они, видите, это у них места отдыха на шторках, и они слетают с них и летают по всему залу. Вот морфа. Это парусник, где малей, та же лунная бабочка. Ну, напротив солнца вам не будет видно. Вот парусник, где малей. Это лунные бабочки, балины. Это вот сова. Ну, давайте я покажу вам еще. Вот еще одна кормушка. А это вот тропики. Тут много очень растений, и на них бабочкам очень удобно отдыхать. Вот видите, тигровая бабочка взлетела. А это лунная бабочка. Их очень много здесь. Балин, вот этих лунных, и синих морфа. Вот они летают везде. Порхают и переливаются своими синими небесными красками. Вот они полетели. Видите, как они блестят на солнце, как волшебные летающие цветы. А вот они же уже в рамочках. Вот. Оставили нам на память свои крылышки. Вот, чтобы вас радовать. Это вот тигровая бабочка, да? Я покажу вам сейчас их поближе. Вот две синих морфы. Посмотрите, как блестят их крылья в лучах солнца. Вот, летает совсем рядом. Вот. Ну, сейчас я покажу вам одну из них поближе. Так, где бы, какую бы выбрать? Их так много. Такие все красивые. И вот на вот этих вот растениях они сидят, отдыхают. Это растения живые. Здесь очень хорошие условия для их обитания. Достаточно еды. Они чувствуют себя, видите, здесь прекрасно. Вот. Вот это Данаида. Да, идея левконоя. Нимфалида. А вот парусник. Вот, все забываю. Кочубей или румянцы, по-моему, да? Вот он ползает по газону, по траве, ну, трава уже искусственная, там что-то не ходят люди, а растения живые. И бабочки на них сидят, как в своих родных тропиках. Идея левконоя вот из Юго-Восточной Азии. А синие морфа, которых я вам постоянно пытаюсь вот показать вместе с совами, они из Центральной и Южной Америки. Вот еще одна очень красивая экспозиция, рамочка с бабочками. Как видите, их очень много, тропических красавиц. Они на память оставляют нам свои крылья, чтобы мы могли смотреть на них очень долго. Вот они здесь все, видите, на вот этих вот стендах указаны, какие кто есть кто. Это вот такой стеклянный куб с красавицами. Вот здесь есть белянки. Так, это у нас белянка гемобоя глаусипа, по-моему, да? А это, опять же, та же морфида, только не морфопелеида, как они летают все, а какая-то другая. А это вот так выглядит инсектариум, бабочкарий, где они выводятся. Вот здесь куколки, вот вы видите, родилась идея левконоя. Это вот золотая птицекрынка, у нее крылышки там желтые, сейчас этого не видно. Вот их две родилось. И сова Калига.
Вот так выглядят куколки. Они тоже очень красивые, и детям очень интересно смотреть, как из них рождается новое чудо. Но в инсектариуме должна быть особенно повышенная влажность, потому что бабочки тропические. Там, где они живут, такие условия. Вот у них здесь есть специальные коврики, зацепки для лапок. Вот еще один инсектариум. Видите, здесь много новорожденных. Вот совы, рисовые бумажки, вот тигровая бабочка родилась. Вот. И вот здесь, видите, очень-очень много куколок. Вот так выглядит инсектариум. А вот шторка, сеточка, на которых они сидят, чтобы они не бились о стекло. Это будет для них губительно. Видите, пока они летают, у них крылышки со временем обтрепываются, как и в природе. Выглядит уже не очень красиво, но такая жизнь. Эти бабочки, значит, уже летают слишком долго. Вот. А у новых крылышки чистые и не порванные. Крылья у бабочек очень нежные, как вы знаете. И обтрепать их в процессе полета, конечно, им очень легко. Вот это, видите, Калига Атрей. Все-таки они здесь есть. Когда они открывают свои крылья, видно, где Калига Мемнон, а где Калига Атрей. Они обе очень красивые. Вот, когда они устают, они даже иногда сидят на полу. И надо ходить очень осторожно, чтобы их не раздавить. Вот они отдыхают так и на корзиночках. Ну и, конечно же, очень любят цветы. Вот здесь растут орхидеи и другие цветы. Вот они взлетают со своих мест отдыха и пьют оттуда тоже нектар. Ну, конечно, проще пить им апельсиновый нектар и банановый нектар. Вот видите, бананы и апельсины. Так их и кормят. А эта бабочка, она даже намочила в апельсинах крылья. Здесь очень мокро. Надо быть очень осторожным. Вот. И нам, посетителям, и самим бабочкам. Вот парусник Полинур. Ну, здесь сейчас не видно напротив солнца. О, а вот какая красивая, вот это графиум, по-моему, или я не знаю, сейчас вам точно не скажу. Некоторые из бабочек сидят на листиках, отдыхают, не летают. Вот, ну, потом они взлетят. Вот. Вон там сколько их. И вот целая стая. Морф, синих морф, они гоняются друг за дружкой, как девочки и мальчики во дворе бегают. Вот так и они летают и играют вот так вот. Вот это их занятие целый день, летать и радовать нас своими вот этими красками. Посмотрите, как они блестят. Так, ну сейчас надо вам показать хотя бы одну морфу поближе. Давайте я попробую подойти поближе. Они сейчас очень высоко разлетались, вот на самой высоте. Вот, но вот когда они садятся, вот, это у нас может даже сова, я не вижу, сова Калига Мемнон. Они похожи, но против солнца их не различить. Вот, уже выцвела у них краска, если это морф. А вот одна из них отдыхает вот здесь на листике, видите? Вот я и подберусь к ней поближе, сейчас вам покажу. Вот она. Со сложенными крыльями тоже она не менее прекрасна. А вот, когда крылышки раскрываются, они вот так вот блестят, видите? Такой вот синий летающий цветок. Крылышки у них чешуйки оптические, и поэтому они вот так блестят на солнце. Это оптическая окраска, не только пигментная. Вот одна из бабочек прилетела сюда и, возможно, даже сядет мне на руку. Нет? Вот, летают все бабочки. Вот, это две балины кружатся, танцы друг за дружкой. Ну вот, сели, успокоились. А здесь сидит парусник и бабочка-сова. А вот две морфы. Вот. Здесь, что мне нравится, здесь очень много вот таких природных растений. И бабочки, когда на них сидят, это очень красиво, как в природе. Не просто на сетках, но вот как на самых настоящих тропиках и джунглях. Здесь также жарко, как и в джунглях. Вот, для них нужна высокая температура. Вот. Все здесь для них есть, все условия.
Вот такая вот выставка. Ну, вроде все вам показал. Вот что еще. Ну вот, инсектариум показал и бабочек. Ну вот, до свидания, дорогие друзья. Дорогие дети. О, одна бабочка, видите, прилетела и села ко мне на руку сама. Вот, я же вам говорил, что я повелитель бабочек. Я с ними умею разговаривать. Ну, в принципе, и вы, если придете на выставку, то к вам тоже бабочки будут садиться и на руки, и на плечи. Они очень любопытные и дружелюбные создания. Вот, синяя морфа. Я хотел показать вам ее поближе с раскрытыми крылышками. Вот она сидит в полураскрытом виде. Там видно, как они блестят, какие они синие, красивые, поблескивают на солнце. Вот. А это ее такой вот красивый боковой узор. Давайте я покажу вам ее поближе. Ну, вот. Вот она какая красавица. Ну вот, такая вот экскурсия в саду бабочек в тропическом саду с летающими цветами. До свидания, дорогие друзья, дорогие дети. До новых встреч!